По оценкам ученых, легкая нефть может закончиться уже в этом столетии. Однако не стоит переживать, на нашей планете еще достаточно нефтяных резервов, состоящих из битумной или по-другому тяжелой нефти. Но по своей структуре она плотная и высоковязкая, поэтому в вопросе ее добычи могут возникать трудности. Ученые приоритетного направления эко-нефть Казанского университета провели исследования, в результате которых выяснили, что вода помогает снижать вязкость тяжелой нефти. Вода играет роль только как теплонаситель, то есть для передать тепло внутри пласта. За счет этого снижает вязкость нефти внутри нефтяных месторождений, или может играть роль как, то есть химический агент для снижения и увеличения степени облагораживания тяжелых нефтей. Совместно с коллегами из компании «Зарубежнефть» ученые Казанского университета подтвердили, что это экологический и легкодоступный источник извлечения углеводородов. Мы использовали ряд основных уникальных установок, различных современных методов. В конце концов, мы подошли к выводу, что вода на самом деле сможет играть роль как, не только как агент для снижения вязкости, а как донор водорода, который сможет улучшать качество добытой нефти. Результаты исследования были опубликованы в журнале Fuel. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз.